Что я говорил? Вон грузовик торчит из стены школы. Пошли. Они близко, так что не шумите. Я думал, будет сложнее. Наверное, где-то еще засели. Хватит действовать наобум. Как туда попасть?
На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу ее спустить. Не дай себя убить. Вот спасибо. Хорошо. Теперь нужно добраться до кузова. Черт, слышишь? Они идут. Быстрее, малявка. Да. План такой. Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда. Да он сейчас рухнет! Чтобы достать аккумулятор, нам надо внутрь! Давай, Билл! Черт! Это не поможет! Билл, скорее! Толкай! Ну, ты скоро там? Пусто. Что? Ни хрена нет! Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда! Живо, уносим ноги! Черный ход. Через аудитории.
не в ту сторону! Сюда! Тут можно пройти. Похоже, через коридор можно пройти. Помоги открыть. Ты готов? Еще раз. Давай. Сейчас набегут. Подопрем двери. Да. Долго не выйдешь. Это не к добру. Почему он такой раздутый? Давно болеет. Вот и разнесло, как утопленника. А, потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Лезем наверх. Подсади меня, Джо.
Лезем наверх. Ага. Давай. Лезем, лезем. Джоэл, сзади! Твою мать! Охренеть! Я понял, вижу! Бегун! Ненавижу эту пакость. Сними все, залезай. Подтяни. Быстро. Все. Нас здесь перебьют. Беги, беги, я за тобой. Лучше некуда. Так, ладно, я пойду осмотрю дом. Билл? Ничего не выйдет, все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь. Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что, пусть Тесс берет про свою девку вообще молчи. И вместе с заткнись, идет... понял? Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Только этот дурак мог носить такую рубашку. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... Ага, не хотел. Да к черту. Полюбуйся, даже бензин есть. Мой аккумулятор. Вот ублюдок. Вылезай. Вылезай. Ладно, садись. Аккумулятор сел. Но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Слушай, это тоже мое барахло? Ты что, решил меня обокрасть и смыться? Так что ли, Фред? Можешь обыскать дом. Найдешь дофига полезного. Это мысль. Дай знать, когда будешь готов. Я крикну.
готовы? Ты справишься? Да легко. А ты молодец. Имей в виду. Я не подведу. Ладно. Бил, навалились. Пусть она сядет. Я уже сижу. Просто поставь ногу на сцепление, и когда мы покатим... Я знаю, резко отпустить. Откуда ты знаешь? А, плевать. Главное, сделай как надо. Лили, готовься. Давай, жми, выживай. Отлично. Эй, ты молодец, девчонка. Билл, помолчи. Элли, попробуем еще раз. Соберись. Если доберемся до склона, просто с горки пустим и... С другой стороны, слева. Ау, как дерево. Все нормально. Лезьте в машину. Быстрее! Толкай! Толкай! Эй, прямо за домом, справа! Времени в обрез! Навалились! Целый день испохабил. Понимаешь, что? Элли, не глуши мотор. Из-за нее мы чуть не погибли. Но заметь, она знает, чего хочет. Ты не жилец, брат. А, да. Вот. Что это? Пригодится, чтобы сливать топливо из бензобаков. Спасибо. Билл, по поводу твоего друга. Это тяжело. Я... Мы в расчете? В расчете. Тогда вали из моего города! Ты чего это не спишь? Ну ладно. Знаю, трудно поверить, но это неплохое чтиво. Одна проблема.
Вот она. Продолжение следует. Эх, на самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется? Что еще валялось? Ну... Вот. Ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой Билли к ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как? Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, мне интересно, вокруг чего столько шуму? Ой, страницы слиплись. А... Да я над тобой стебусь. Ну все, лети! А знаешь... Мне даже нравится. Может, ты все-таки поспишь, а? Я не устала. Нет, только не это. Просто отлично. Что теперь? Ладно. Эй! Прошу! Охренеть! Помогите! Мы ему поможем? Элли, пристегни ремень. А этот человек? Придуривается. Я в порядке. В порядке. Так вылезай, иди скорей. Иди сюда. Отцепись, недоносок. Thank you.
Так, это последний. Ты как там? Ага, вроде нормально. Вот и хорошо, валим к чертовой матери. Осмотрись, вдруг здесь есть что-то ценное. Слушаюсь.